А, чего? Быстрее садись в машину, поехали! Чего? Случилось? Что такое? Что случилось-то? Некогда объяснять, едь уже! Куда ехать-то? Я покажу, едь прямо! Так, теперь поворачивай налево. А сейчас направо. Все, стоп, приехали. Магнит? Мы спешили в Магнит? Ну, конечно, пошли скорее. А теперь потрудись объяснить, что мы тут делаем и что ты ищешь. Ну как что? Ты разве еще не в курсе? Только в сети магазинов «Магнит» с 1 ноября можно найти эксклюзивные, лимитированные игрушки от бренда «Infinity Nada», «Дикие скричеры», «Гуджитсу» и «Лол» по всей стране. Да ладно, и где же они? Вот я ищу специально брендированную стойку. О, вон она! Действительно, таких у нас еще не было. Я же говорю, эти игрушки эксклюзивно представлены в сети «Магнит» по доступной цене. О, «Infinity Nada». Я хочу волчок «Crystal Whisker». А я возьму волчок «Glory Sword». Устроим Blade Battle. О, а это что за мини-гуджитсу такие? Ты чё? Это лимитированная коллекция гуджитсу с персонажами вселенной Марвел. Да, такие игрушки можно купить только в магазинах «Магнит». Так, берем, значит, Человека-паука и Венома. О, давай еще миньона Стюарта возьмем. Давай. Все, пошли на кассу оплачивать. Добрый день. Добрый. Да. Далее, тащи арену, устроим Blade Battle. Окей. Новые игрушки по популярным брендам представлены эксклюзивно в сети магазинов «Магнит». Волчок Crystal Whisker имеет два режима боя. Когда корпус сверху, активируется режим «Баланс». Испытаем его? Давай! Вау! Волчок «Glory Sword». Его сила надо – гибкость. Мастера «Надо» готовы. Запусти, волчок! Ес, мой блейд продержался дольше.
Если корпус переставить вниз, активируется режим усиленной атаки. Yes, мой победил! Infinity Nando – это не только игрушки-волчки. Но и мультсериал, который можно посмотреть на официальном YouTube-канале. Ссылка в описании. Давай теперь посмотрим на новеньких мини-буджитсу. Пап, это абсолютно новый формат игры. Зацени, что теперь могут буджитсу. Да, вижу, они растягиваются аж 4 раза. Давай растянем их и закрутим между собой. Давай. Смотри, они сражаются между собой и возвращают свою прежнюю форму. А вот эти вообще чума. Наверное, нет таких людей, которые не балдеют от миньонов. Да, миньоны – любимчики миллионов. Доставай уже. Желешка. Не, ну миньоны, конечно, ржачные существа. Лимитированная коллекция Гуджитсу Мини, Марвел, DC и Миньоны эксклюзивно только в Магнит. Все бегом в Магнит.